Тому, что рождается Христос, что скоро Новый год. Мы посмотрели сейчас небольшой студенческий спектакль. Я не знаю, как школьники отнеслись к этому. Может быть, как к сказке. Вот я жил в то время, когда это все считалось сказкой. Ничего серьезного в этом не было. А вот когда удалось оказаться в Вифлееме, как раз в том самом месте, где родился Христос, ощущения были совершенно другие. И стало сразу понятно, что все это было на самом деле.